was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? Роман будет впадло играть на других героях. Ну, ему хочется играть на Кэрри, это видно. Так что я типа не против. Я могу играть на любом нужном герое. Надо ДП, будет ДП. Нужен пак, будет пак. Нужно жрать в миде, я буду жрать в миде. Крафту предлагаю, чтобы драфтил Ярик, Андрей и я. Можно решить это. Можно взять, в принципе, аппарата, но у вас будет возможность проблемы по дизейлу. То есть. И он и даже с ЛД каким-то играет, но хули он сильнее у друга на линии. Это что, можно на две линии пойти, вот этот суппорт, ты берешь Свена, типа, билдишь армор, и типа... Недоценишь, и там... Тихо, не делай ничего, прям. Но он может, типа, его убить, но с пеньками он вообще не справляется. Мы стояли, Дункарон против троих, и просто они пожрали. Мне кажется, что вот это не противно. То, что тебя там, типа, а когда Нага развела, а она там тебе ману выжила, и, ну, и ты можешь делать вейв... форм в леса, и типа аут тебе сон не собьет, фиссура не собьет, стрела не собьет. Только сетка, да? Ну да, а сетка с дивижена нету, не Knew that I could make it if I ran. Then I saw you walking out the back door, hand in hand with another. Ну что, мы поиграли один день до турнира вместе. У нас пока вообще непонятно, что происходит. Типа мы пытаемся то на меня играть, то как-то FN помогать. То есть у них совершенно был другой плейстайл с другими героями, с другим херопулом на кэрри. Это все изменилось. И сейчас, типа, и ребятам сложно, и я пока не понимаю, как лучше подстраиваться под них, поэтому мы пробуем. У нас типа каждая практически игра — это новый драфт. Мы пытаемся найти, типа, вот чем у нас будет получаться. Поэтому групповая стадия для нас сложная, но я надеюсь, типа, с каждым днем у нас все лучше и лучше начинает получаться. Но то, что вы каждый раз, у вас почти разные лайнапы, абсолютно разные комбинации, это специально вы так делаете или вы просто ищете игру, не можете ее найти пока? Ну, некоторых героев, типа, которыми мы хотим играть, их просто не отдают, допустим, там какие-то паки, аппараты, кунки. А другими, да, типа, мы пробуем и ищем, что, ну, чем у нас получается. А как думаешь, кто вот по группе самый сильный? Вот, кто показывает игру из вашей группы самый сильный? В нашей группе? Ну, это китайцы LGD, ликвиды, завтра у нас с ними игра, тоже очень сильные. И кто там еще есть? А, ну ЕГЭ. Против кого сложнее было всего играть на данный момент? Против ЕГЭ. У них очень такой экстраординарный плейстайл. И они играют такие в 5 полукоров. А с LGD как с китайцами? Вы же тренились против Ньюби, да? Ну, LGD просто это команда. Вот они реально команда. Они играют типа стабильную китайскую доту. То есть они играют сколько там, полгода, год вместе. Мы играем один день вместе, поэтому нам было сложно. Ну, я надеюсь, что вы сыграетесь, и все будет замечательно. Плывоком, что вы выйдете из группы на хорошем месте. Да, завтра важный день, нам нужно собраться и все-таки понять, чем нам нужно играть.